Если тебе роют яму, не мешай, сделаешь себе потом бассейн. Если тебе промывают кости, благодари, артроза не будет. Если тебе плюют спину, гордись, ты впереди. В жизни что-то не клеится, брось клей, возьми гвозди, забей на все. Привет, я Даша, и мне пришла посылка от Ритру. Снова. Почему-то в пакете от Озон. Моя прелесть, как долго я тебя ждала. Так, посылка очень важная. Интересно, что я выпущу первым. Сесилия Ахерн. Там, где заканчивается радуга. Такая книга у меня уже есть. Но она с другим названием. Не верю, не надеюсь, люблю. Оригинальное название. Там, где заканчивается радуга, а именно так оригинальное звучит наименование книги, мне нравится куда как больше. Смотрим. Здесь совершенно жуткий перевод, но невыносимый. Все шутки из этого перевода пропадают. Сам первый раз дело в том, что я читала в удачном переводе, это неудачно. Я попробовала купить... Эта книга, она другого перевода. Я очень надеюсь, что это хороший перевод. Еще одна книга, это опять Сесилия. Девушка в зеркале. А вот автор, скажи, красотка. Прекрасная внутри, прекрасно внешне. Она что-то отлично сделала в своей прошлой жизни. Все, я пошла читать это. Оставайся. Я шучу, конечно, это еще не вся посылка. Татьяна Устинова. Знаете, сразу после «Сотворения мира» я ее не помню, читала или нет этого автора, но моя мама фанатеет от нее. Но книгу я заказала не из-за того, что мама ее обожает, а потому что в магазине пообещали, что книга будет с автографами, если ее заказать. Проверим, не обманули ли. Ты представляешь? Нет. Понятно. Тут написано «Успехов, здоровья и любви». Надеюсь, мама будет рада. Вот тебе мой совет. Тот интернет-магазин, в котором ты покупаешь книги, подпишись в Твиттере. Там бывают такие акции, скидки и бонусы, каких нет ни в рассылках, нигде больше. Только в Твиттере. Вот то, что... Там те, кто закажет в определенный день, то есть это не только день был, по-моему, если мне не изменяет память, не буду врать, те, кто закажет эту книгу, она достанется с автографом писательницы. Я, конечно же, тут же понеслась ее заказывать, и меня не обманули, так что подписывайся в Твиттере на свои любимые интернет-магазины, и будет счастье. Это все. Это сколько эмоций! Я тебе желаю радоваться книгам, любить их и, конечно же, любить себя. Потому что если ты себя не любишь, то кто тебя полюбит? Пока!